Я только ну, хуй знает, в чем слаг был, я вообще так и не понял. Там, получается, кто-то стоял ближе, получается, к зоне, когда его переводят в светлую сторону, и сорвал. Да, надо, короче, на, ну, на той же стороне, где босс, короче, находится, стоять. Ну, ну и рассредоточено. Значит, надо как-то это... Просто, ну, просто... это понятно. Просто если босс будет стоять в одной стороне, тип в другой, и сорвет агро, и получается, он пересекает линию и вызывает еще... Ну, да, понял, да, форму меняет и призывает адов. Там надо, типа, синхронно с ним ходить. Да. Ну... Мне кажется, это вообще реально, там времени дохуя, чтобы... Думаю, он прошел, да? Да, да, я хотел еще баночки купить на хпшечку. А сейчас пойдем, пока кружок трэш наебаним в гасселяры. Воронки, воронки. Вороночки. Надо песенку сочинить. Так, ладно, я на ДК тогда зайду. Суманять, там лок вроде есть. Пока ДК не убитый, заходи. Да. Поиграешь. Покайфовать чуть-чуть. Не поиграешь еще. Ну да, базара нет. Друзья, не вообще выйдет погулять. Не, ну так тоже поиграю. Мне кажется, они дамажить все еще будут, просто уже не так плотно. Ну, блядь, да. Ну, порезали будешь только дотки, сыграешь же Блади. Сыграешь же Блади. Нихуя, 50 и по 5 минут. А, непонятно пока. Непонятно. Палы в дерьмо опять упадут. Ну. Серьезно? Ладно. Да не так в дерьмо. Там, конечно. Там со всеми непонятно, что будет. Ну, это надо еще прям... О, вот, о, ой, давай мне за 40 минут уже в пати нахуй. Я что-то не понял, начислилось. Не-не-не, бля, подожди-ка. Оно типа должно потихоньку само начисляться. Бля, а чё банки нахуй на хпшку, блядь? Нихуя оно не начислилось. 200 голды уже, блядь. Я их покупал, блядь, помню, 200. За 80. Ну. Это слишком. Все, делаем все. Алхимию, это все дела. Ну, блядь, вообще охренели нахуй. Сапроты 400 голды просто. Я в реале ее знаю. Нет, а, не, это не сопрот, это панка на... Блять, там притон суманется, не? Вот, вот и меня засуманчил. Вот я отходил. Это получается что, за час 600? Нормально, в принципе. Ладно, на 3 часа взял баночек. Теперь можно суманить. Надо притона сумануть там и что. Да, только я один на сумоне так-то. Значит, долечу сам. Выйдите кто-нибудь. Там овивание есть? Нету. Он уже на ДК. Я уже тут. А. Не, просто показывает по карте, что не упал там возле тебя. А, угу. Жестко. Где эрдрушники? Так, опа, еще суманем. Эрдрушников нет, нихуя. А у Зози еще проходки нету? У меня нет проходки. Ёва. Надо это исправлять. Где Мудфокс? Че он там, блядь? А у Мудфокс еще? Мудфокс же есть, по-моему. Должно быть. Констебл чилит. Че, у него, у Констебла есть проходка? Есть, но он сидит, блядь, аддон настраивает. Я говорю, пошли, он... Я аддоны настраиваю, вам что, сильно нужен? Конечно, нахуй. Тут ей повечняется. Ну-ка, сколько там? Так, 20.09.45, значит, 20.09.54 должно начислиться в 14 минут, через 3 минуты. Так, хило. Ты, блядь... по таймеру типа начисляешь? Да, поставил. Каждые 5 минут. Mm-hmm. Это где-то меня наебали. Так, ну пока боя нету, 50 кадров, 60 показывает. С этой хуйней. Лог же есть, да, у вас там? А с какой хуйней? Расскажите. Понятно. Да это... Тише, нахуй.
Это секретная разработка, нахуй. Расскажите. Мадфокс, сейчас Вока трэш зачистим и пойдем в ЗС. Команда ученых-оптимизаторов трудится там. А чё вы... Ну, гидрос успеем еще, у нас 4 часа, он, блядь. Потом потестим это всю хуйню. Сейчас... Там тоже трэш. Вот, да, хули толку, у меня тоже, блядь, 100 FPS, нахуй, ебано. Сейчас биться начнем, нахуй, у меня также до 20 опустится. Все будет, не переживай. Все будет, ебать. Там ебать. Работа ведется. Там сам президент, нахуй, мне обещал, блядь. Понятно. Там Обама обещал, да? Вайда другая ситуация. Там у Вайда прям комп пиздец. Там типа оперативка говна. Блять, я в своем компе думал так хорошо, а ты пришел и опустил его, блять. Не засрал его просто с ног до головы. Ну, блять, это как бы так и есть. Попустил. Друид инвалид. А если на нормальных компах лагает, то это хуйня уже поможет. Уже пачка нормальная, блять. О, так дай-ка мне эту хуйню. Может, она мне кадр стабильнее сделает. В смысле, так у тебя же, блять, все окей. Да я на фулах играю. Не, ну вот на тех боссах, где был трэш, типа в ЗСе, там пизда была. Это просто... Короче, это... Как норик. Потихоньку, что, на... блядь? ХЗ, мой конфиг, типа, он... Это... Если пол рейда сейчас умрет, это... я не виноват. Виноваты всегда танки. Ну вот видишь, уже, блядь... Всем пизда, шо, блядь. Опа, нахуй. Как дела, нахуй? Чё там, от вихря отойти пиздец, да? IQ надо дохуя. А кто его крутит? Ну вон тот, блин, в левом углу. Валидринка его крутит. Сука. Крутанул, блядь. Прорицателя разъёбывайте быстрее. Только спойлили, хуяк починение, буря пошла в ход. Блять, моего медведя 80 тысяч сносит, я охуею просто. Ну-ка банку, ну хп нахуй. А, да? Вот этого прорицателя быстрее разъебывать, а то он контроль берет. Сейчас. Блять, чё за хуйня? Чё-то тебе... Дизар можно дать. А, ебать. Ща. Так. И ассиста туда же. Так, формула, да? Ага. Ты ебаный, я в кнопках запутался. Мощник. Ой, сломал. Поставь просто от эпика. И все. Так, звездный прорицатель. Ну-ка давай, иди сюда, бля, мудак. Ну-ка. Медведя разрабатывает. Короче, медведя, наверное, Т4, Т5 надо делать. А там сейчас Равис всех звездопадом охуечит. Здесь вот долбоёбы раньше вихря огромные. Вот этот долбоёб, кровостраж, легионер вот этот. Он, короче, кровостраж. Пиздец, да. Ты его специально нахуй так говорит. Дурак старый, блядь. Он, короче, вихрь крутит, но ему можно его сбить станом. Вот. Да ну нахуй. Да, реально. Да ты не успеешь этого сделать. Почему успеешь? Ой, топа чуть не откинулся. Там полторы секунды, наверное, где-то крутит он. Так тут не дело в том, блядь. Короче, топовая программа. Раньше у меня было 4 FPS, сейчас 12, нахуй. Ну 10. Ну, нормально. X3. Нихуя. Ебалый по голове, блядь. 8, нахуй. Ну это лучше, чем 2. В твоем случае, да, это особенно. По-любому. На боссе поглядим. 4 раза мощнее. А если 0, то в 1000 раз, миллион, блять. Ебать, я подлетел. Ты чуть не помер. Это пиздец. Что на секунду не успел в крипто докастовать скилл? Я думал, короче, мы пойдем сейчас, разъебем эту пачку, ну, до соляры круг дадим, и я думаю, солярку потраем. Вот.
глянем вообще как чё. Там вообще одна билка, блядь, только у неё и трэш. И всё, блядь, изи. Так она легче, чем робот? Да. Легче, чем робот. Хули только мы её нейтральт? Надо выносить метку, блядь. Вешается метка на рандомного человека. И с меткой надо выбежать из рейда. Не выбежите. Всех подкинет в воздух, блядь. Вам да ничего, а рейду пиздец. Ну чё, присты накидают левитации, маги тоже, и погнали. Левитация? Ага, блядь. Нормально ты придумал. Ну, у меня стоит на макросе как раз. Ну, у нас не три приста, чё могу сказать. Это всё хуйня. Не успели в воздухе, да, накинуть на 25 человек бичи, всё. А маги ещё есть. Ля, Криптейл, можешь помочь мне с Элфьюи? А чё тебе там надо в нем? Мне, короче, надо убрать, чтобы я не видел, что вы юзаете. Потому что у меня такая хуйня сейчас на мониторе. В смысле? Ну как ты видишь? А демонстрацию сделай, пусть я гляну. Мне же интересно. Неправильно настроил. Наверное. Тут прорицатель, который контролит, вот его разъебывайте в первую очередь. Вот этот. Охуеть. Там вы заебали, а? Как это будете брать? Это просто скам. Я не знаю. Как так можно было? Ой, бой, ты это что такое, я не понял? А чё? Какая у тебя версия ластона? Освоение ока. Бля, это да. Ты лишний, короче, добавил, там их несколько. Сколько максимум? Настройки. Ну, это за час 600 ЕП выходит. Настройки. За час 600 ЕП. А что мы делаем? Короче, 3 там часа. Там этих населений кучек надо поубавлять. Ой, 1800. Ага. Ну, чтоб потом не ебаться. Слышишь? Ну, понятно. Он как а то люди некоторые начали, да, там? Как Варик в дальнейшем понял, вот так, если закрыли, ну, основную всю хуйню, просто ставить воронка фарм и вот так вот по тому же полтиннику начислять по чуть-чуть типы, что приходит. Воронки да. Один хер нужны. Да, просто можно. За каждую воронку по 50, да и все. Так вот я в настройках, что тут нажать-то? Выключить аддон. Энхаусит вот этот все отключает. Опа, тут латы. Энхаусит, вот да-да-да. Да, вот эту убираю, выключить, нажимаю и все. И где его выключить? Можешь это вообще в менюшке выключить просто, ну как это, на персонаже, как выбор персонажа, зайди и там выключи. А аддон ты имеешь в виду просто? Да, выключить? Да, вот. Ну там куски, там их куча, он все скинул. Вот, вот, да, вот это вот, отключаю вот тут вот. И дамаг, энд плейс. Ну, тут у тебя куча лишнего, у меня вообще вот три стоит. Да, вот у меня этого нету. Дамаг, энд плейс, плейс точно, ну, вырубай нахер, это вот, скорее всего, это и есть. Дамаг, это, блядь. А чё ещё отключить? Ну, а пока не трогай, English, просто блядь, перезагрузи. Не, у меня по-английскому все нормально. Да, маркетплейс, просто... нахуй, я вижу. Дэмэдж, блядь. Ой, пиздец, нахуй. Дэмэдж. На курсы скидываемся вилами. Я понял, блядь. Да магет, ёбаный. Больше но трех лет, блядь, только... общался, блядь, на английском, и все нормально было. Я не слышу никого. Опа, минус рейд, смотри, минус рейд. Опа, как дела, нахуй. Охуеть, рейд. Бичи, блядь. Рейндж хороший. Я всегда угорал плотный. С типов, которые отбегать не могут. Ой, бля, кринж. Так это надо на тапках убегать. Кринж. Не-не, там два прыжка делаешь и все. Ага, я, блядь, в 10 метрах сейчас от него стоял и умер. Просто нахуй, вы... Ага, а как мне вернуть теперь? Ты вот с танка вылезь нахуй и в сову, и подойди к нему, или в коте. Так давно стан не дал. Так я не подойду, блядь. А, я понял. Попробуй ну, врубить именно. Обратно эту херню с дамагом. Не, подойти-то, может, ты подойдёшь, то уйти. Этот моб тебя выебит и высушит, блядь. Интерфейс Адоны. Ой, это я тебе кинул руку. Или как там? Я крик нажал на КП. А, нет. А я тебя похилил. А как ты залазил в эту херню? Спас. Где ты вырубал? Тут отдельно модификация вкладка должна быть. Да, я на тебе вырубал, а теперь... Да пиздец, блядь. Заскамили. Короче, я не знаю, там хилы засчитают, не засчитают. Два вести, наверное. А как ты сделал себе фреймы такие?
красивые. У меня самые красивые хрен. Не, я про констебла. Ты вот про это? Да. Это стандартная Tailfury. Стандартно, что? С той стороны одну штучку приведи. Что-то у меня все не так. Ой, блять. А, ты не завидуй, Серж. Че, ебанулся? Было бы мне хоть 500 FPS, я бы не поставил это. Я понял. Гасимся, прячемся. Ёбаная камера, нахуй. Вот, минус пол рейда. Считуйте там как-то это пободрее, хуй знает. После вот... Ну в угол забейтесь. Вот один удар дал, сейчас второй удар даст. Надо захилить успеть. Да, там есть 3 секунды. 2.5 где-то. А на кого они прыгают? Обратите внимание. Кто там не может... Да, на всех дальних, они чаржатся в них. А чё, вы не можете встать в угол, который вот хотя бы даже не подъебало, а вот... Кто там стоит? Бодикон или кто угол. Там? Вы не можете стать в натуре? Или это пиздец сложно так нахуй сделать, понять? Чтобы они чаржились на километр нахуй. Вон где сова подпрыгивает. А им похуй. На кого сейчас чаржится эта хуйня? Я хуею просто, блядь, с вас. Я не знаю, почему нельзя нормально сделать. О, вот туда должны чаржиться они. О, вот так лучше. Быстрее возвращается. И быстрее помирает. Да, в натуре. Ясно. Ладно, дерьмо. Станет в рейд. Ну я инер залил, вы там тоже разливаете. Водикон тоже залил. Одного добейте какого-то. Проще станет. Опа, поехал, подъехал. Ремень мага. Там, кстати, кто-то наручи просил с гильды. Друид инвалид, что ли, ну, купить хотел. Это на аукционе сказали. Вот шея там классная, конечно. Мастерка это. Он не отдаст тебе. Да, я знаю. А если купить? За 20к я бы не покупал. За 25 даже. Это слишком много для этой шеи. Ой, ёбаный в рот, блять. Говна кусок, нахуй. Он по кругу там бегает вроде. Да он заебал, я до него не достал, нахуй. Там он там. Он сейчас еще сдохну, нахуй. Так ты его уеби. Вот спрыгивай вниз, тебя отхилим. Еби ему ХП. Но КП ему видит. Он, смотри, вокруг пошел, нахуй. Он дурачок, хули. Не, он правильный просто. А мы неправильные. Самое опасное будет. Второй червяк идет. О, он у тебя идет. Понял. Может его в другой угол поставить? Или похуй. Угол поставил, блядь. Маба, блядь. Я понял. Наказал его. Минус пол рейд. Не, они одновременно дают, я сейчас выйду с ним, нахуй. Бейте того на Эвилаше. Выйдите, кто-то один хил со мной. А где он? Вы бейте другого вот в коридоре, который пол хп нету. Я понял. Тут, блядь, через стенку машет. Ты ищешь эту подсказку по урону? Да, да, да. Че вы там добьете, нет? Сколько у него там? Лям всего лишь. Попробуй тогда просто выйти и в модификациях врубить эту херню.
Мне кажется, ну ты же там будет... отключил, да, вот это дополнение. Которое... Да, вот, типа, скорее всего, это он. На плейтах урон. У меня вообще этого нет. Чё он заебал, нахуй? ФПС хавай только. Ну, это у меня стоит. Есть, но я хз, оно как-то бесполезно. Что ты видишь этот урон, что не видишь? Блять, я вот не помню, во сколько танков соляра танчится, в два или в одного, блять. По-моему, блять. Че в два? Да, посмотрим. Если был бы протопал с двумя Т5, можно в одного. Так там вон сбивальщиков костов, смотри, сколько дохуя ДКшников, на хурок, там похуй, ну и протопал есть, нет. И на пула дохуя, мне кажется, в одного можно и затанчить. Ну, в принципе, у Вилаша-то спека нет, поэтому... Поэтому можно... Блять. Не знаю. В два танканем. Два, далеко. Ну, в принципе, и в одного можно затанчить. Там берсы нету. Ну, это заебись. Там только что он увеличивает входящий урон от этой аркан. Ну как бы это, не ходите по одному, по два тела. Мы сейчас спулим и ляжем нахуй. Не отставайте, блядь. Ебаный заебал, блядь. Там еще патруль какой-то есть. Разъебывайте вот этого моба, в первую очередь, он, это, контроль мой, он Вилашу взял. Нихуя там за Вилашу залетел. Ну он тонкий, 3 ляма всего. Блять, прикинь, у меня бы на танке было 3 ляма, ебать, я бы все затанчил. Ну, сходи на Легион, будет и 10 лямов. Да, только у босса будет по миллиарду, мне кажется. А, ты в танке? Да. Просто я на Легионе ходил протопалом, 10 мультов, нахуй. Какой босс был этот последний, как он? Орк, да, был на Легионе? Монторус же. Ластову, да? Аргус был там. Ну, Аргус, да. Так, патруль идет, отступаем. Назад, назад. Отступление. Тактическое. А как же не отступать и не сдаваться? Да-да-да, легионера в рейд заведите. Ну так отходите. Мы перегруппировываемся. Прячемся. То спулится нахуй, пиздец будет. Там мопеда уберите своего локи. Там пачка серьезная, блять, идет. Уже спулили. Понял, нахуй. Пиздец, я тикаю, нахуй. Сейчас я второго легионера заберу. Иди сюда, блять. Тех бейте этого звездолиза этого. Кого кого? Звездолиза. Понятно. Не, ну Слоряна наша девушка типа, да? Какая, где? А, я понял. Так а че я такого сказал? Да так ничего, просто.
Поехал. Нихуя. Поручи, ебать. Ебучего лучника, нахуй. Ой, блядь. Ебучего. Сегодня 2000 стоят, вот почему. А почему так дешево? Вот хуй знает. Потому что они падают, блядь, с каждого моба почти. Да. Ну ясно, понятно. Потому что они нахер, кроме хантов, никому не нужны. В смысле, а энх? Энх на пробивку не бьет. Да? Не собирает. Ему скорость нужна. И ап, да, получается, нужен. Тут эти тоже сап с критом, без хасты сейчас. Ладина, дайте касту. А, нет, хасты, хороший. Начинающий звездолиз, блядь. Я так и знал, что ты так скажешь. Была еще версия страшнее, конечно, чем это. Но благо, ты не сказал. Страшнее? Это как? Ну, это хоть это намекни, когда это будет страшнее для девочек в этом канале. Не, не, да, не страшнее для девочек. Ёбаный бро. Начиная с буквы П. Да-да-да, именно. О-о, тут это, шнурованный пояс есть. Это то же самое, что ты хотел сказать, только на букву П. Да, на всякий случай. Блять, как по тонкому льду я хожу, блять. Не успею забежать. Сейчас после каста нас похону. Нет, не дает. Какое-то у него КД странное. О, бой, ешка, блять. А ешка вот здесь. Пояс, вот. Да, я уже скинул. Там Holy Drink теперь руководит лутом. Понял. Все, теперь банкир, да, должен себя взять. Одну говорит Войду, одну себе. Да. Ну так, чтобы честно было. Чтобы не за просто так работать. Пока не видит, да? Опа, еще один пояс, блять, я понял. Сыпется как говно. Давайте пока, блядь, что-то стоит. Не, пока, да, что-то стоит, надо продавать. Ну, это десятку стоит. Я вот не знаю, ну, куда, более-менее. Куда ныкаться от этого моба. Давай перетанкируем. Я понял, блядь. Да не надо. Уже нормально все. Пацана разъебали просто. А, ебаный. Бэм, видал, не успел, нахуй. Да, ну, нахуй. Сука, ебучий моб, нахуй. На, а, нахуй. Да? Кого он там, не разъебал? Да ну нахуй. Не, я переутаунтил и спрятался. Блин, не пойдем? На Келя? Да. Че, мочечи, да? Да вообще. Назвел видос. Протопал заходит, такой дается тут себе щит. И начинает танковать. Зато на нем легендарки на всех есть. Да, ну да. Щит там смачный. О. Нихуя. Эй, я ваш рот. Нихуя. Нормально пол рейда слышал, я что это было? Вопрос, а 30 тысяч с лишним от Алара это как? Я ваш рот махал, я в другой комнате стоял и шотнуло. Падайте, падайте. Бля, она меня бежит, ладно, придется сдохнуть. Выйдите, вы, ну выйдите, все же тут Лара, выйдите. Бомба-то нету. Ты сдох. Ну на сет же бежит, ты зашел в инст что ли? Ну да. Ну так беги обратно, блять. Все, ну, отвоедились. Надеюсь. Как по нам еще Алар втащила, блять, могу? Не знаю, кто-то его спулил, значит. У меня 30, сейчас я убил Алар именно сам по себе. Какой-то мудак его спулил. Да он просто решил в закуток заглянуть. Это Равиш, короче, говорит. Хотел дать спринты. А, здесь как рожание, да? Баганый пол получается. Тут баганое все, блять. Баговое дерьмо, это ваша ока. Ой,
Заебись, когда бежишь, он так 50 кадров, нормально прям. Чё, там сильно шипашников нерфят? Ну, так, пойдёт. 10%? Нормально. Это, блядь, не знаю, наверное, не сильно критично будет. А с левыми что там делают? Как они вообще 30-ку дают? Там они уже не будут 30-ку давать. Уже не будут, да. Вот уже опять просто в днище отпустят. Там есть не 30-ку, уже там есть чуваки 35-30 не будут дают. Столько выдав. Не, ну а как так? Вот смотри, вот у тебя ты на леме сколько дал? 25 давал? Ну, я не был забит фулл в СПД. Да там СПД не надо, там шоки критуют, бусты 30к просто. За там СПД крит. Там, я понимаю, но там же все зависит от СПД, сколько, чем больше СПД, тем больше у тебя крит будет. Похалявная. Слушай, я не знаю, что пить нахуй на этих боссах. Алар ДД, да? Или саппорт нахуй? А на этом? А сейчас посмотрим, я не читал даже, что он делает еще. Я уже вспоминать хотел. На кого? Я, блядь, его убил, нахуй, последний раз. На Соляру или на Алара тебе? Походу, на саппортах надо быть, нахуй. И Гидрос тоже саппорт нужен, и Каратрис тоже, блядь. Ну, здесь, блядь, ДПСа не хватает, да, боссов убить. Они, блядь, персонажей просто убивают, нерфят, нахуй. Да не ебанутый, нахуй. Нет, чтоб всех, да? Нет, боссов подрежут. Еще Каратриса надо будет под ДД пить, там только хилы такое. Там только трех. Да, сейчас ретрики будут 30-ку давать. Да не будут они так давать. В лужу разольют, настакуют всякую. Но в лужу как, блять, разольют. Только все. Они в трэш будут по 150 выдавать. В соло цель, такие бах, 5 косарей. Нормуль, да? Нормуль, какие 5, 2. И лужа в штаны, да. А можно без штаны и без лужи? А пошли ретрики перебиваться в Т-10, да? Я думаю... Я танчить будет. В ретрике буду. Как да, и чарку начнем освещение, да? Слышишь, только интересно, как будет с агром, блядь, от этой лужи, нахуй. А ты возьми себе чарку на освещение, там же есть когда чарка на освещение. И слот. Да, только она на танках шмотки. Ну, нет. Ну, возьмешь на шмотку. Ну, надо за Каныча ФК. А, кстати, будет ли смысл брать символ на освещение? Я делаю гибридного танка. Вот узнаешь протаретро. Там, короче, получается, по символам будет теперь правосудие, экзорцизм и гнев небес. Ну да, гнев небес. Там же от него все пляшет. Там освещение, ну, лужа будет 16 секунд, а гнев небес с символом 15. Стойте. Назад, вот сюда налево идите. Сейчас пачку ждем. Вещей опасно. Захарыч, пока кикните, он там лежит. Это, а можно как-то законтролить и звездопад не дать? А, там еще вторые идут. Ебать, я не знаю, что делать, нахуй. А, они уходят, нормально. Развернулись, ебались. Так что ждем четверга, и там будем смотреть. Нет, я тут трэша. Вот эти петухи контролятся, кровостраж, и чем они контролятся? Второй мудак. Кто? Гуманоиды или кто? Ну вот эти петухи. О, блядь, куда-то пошел. О, что с дом должны быть? Подожди. Пораздают. Эти. Он цепляйте справа и все, чего. Да давай эту одну ебанем. Кого контролить? Ну я корни дал, значит заебись, на второго тоже можно корни ебануть. Крестик бьем. Только не ударь его! Блять, взял кастану туда приз. А там бичи нахуй, ну, мозгов ноль. Ну это приз был, ШП. А у нас кто ШП приз? Не было. Туда этих ШП. Бейте быстрее, короче. Он уже мертв, Равик. Блять, а чё, ну, друидов дохуище, чё, корни не дать по кружку или как? Я заебу. И по квадрату дайте, вон он бежит тоже. Дайте корни, он просто стоит, он не кастует нихуя, бейте. Крестик. Что ж он 50 на 50 прожал? Иду колупать. Ча Вадикона убью, ну. Крестик. Хуя я ему ударил. Ебать, кто меня убил? А, Шалфир. Чумой просто затыкал. Моб такой, блядь, для этого его первым надо зеркать. Охуеть, плюс охуеть.
Они уже вон сюда пришли. Не с пульти, сова, уйди. Кто там с ВХ стоит? Уйди, бегите все, ебаный в рот. Сныкайтесь в дырку. Бегите, глупцы. Разъебут же нас сейчас. Уходите, уберите старфолы. Блять, они с пулят, и мы просто будем заново бежать. Давай, ушли, ушли, сюда. Ушли. Там в комнату зайдите назад. Нас раздаем. Сдохнем на следующей, блин, пачке. Захан еще ФК, что ли? Да, он лежит там ФК на входе. Лежу, говорит, ЕПшку лутаю. Шкаф поставьте. Ложа так же. Попробуй, бля. Ой-ой-ой. Надо было патруль ёбнуть сначала. А где он? Ну чё, не дошел до сюда. Сейчас пачку успеем. Ты давай трэш манай, а не говори. Провиться это можно законтролить. Провиться законтролить? Он контролится? Покаяние могу дать. Ну да, я знаю, как мы покаяние даем. Тут совы есть, так что покаяние бесполезная хуйня. Вот, два корня. Подбивать этим совом. Просто два корня дайте по квадрату и... А кому-то нужны значки или дали вообще? Всем нужно. Так что не лутайте их. А, лутает Holy Drink. Войду в карман. Где корни, блядь? Я не понимаю, блядь, ну почему так сложно? Ебать, там за четверых сразу в контроль. Минус четыре. Ой, ой, сейчас будет жопа. Лыба бабл снимает. Даун, не убейте, пожалуйста. Не убейте меня! Я успел выкрыть тебя за финансы. Дим, я так и знал, что это ты. Не, меня он кастует, меня вчера на кассу. Ну, я пробегусь, мне не сложно. Ой, ты только что там как осела, меня инка в стеночку завныкала, типа, от всех людей нахуй. Ладно, я тебе надо припомню причем. А, ну от тебя так я как мог убить, я шел херак оставался. Да. Ладно. Но все равно. Я знаю, как оставалось что-то. Меня предыдущий. Мне предыдущий какая-то. Два паладина будут, меня крутанули. Ну да, чем было мне интересно даже. Один страшно, а тут два, да? Так, ну скоро уже не будут крутить бурю. Там легкий трэш остался. Будут лузы разливать. Ну да, будут ссаться под себя. Сейчас заходишь на трэш, опять это половина фера, подчинение. Оп, лужа такая. И гадюка еще свою зеленую лужу тоже будет лить. Нормально. Кайф. И еще сплетение змеиных колец одеть, да? Ну просто обмажем босса всей хуйней, да и все. Как там, блядь, коричневых луж не придумали, блядь. Дресни такой, блядь, просто. Подливы, блядь. Тогда можно смело будет сказать, что мы на подливе, блядь. Мы сегодня были... Нет, мы вчера были на подливе, когда пошли этого Войда бить. На фиолетовый. А, ты про этого Войда. Я про этого. Я думал, ты про Хулиона. Нет, нет, это другой, это не Войд. Войд это в ТГ. Это не Войд, это обычный дракон фиолетовый. Что там, Мардаун, где, блядь? Я, вставай, я лутаю ЕП. Какой ЕП, блядь, вставай, да. Как-то, блядь, инра разливайте, все без КД, хули вы стоите? Ну это пиздец. Ну, так... Забейте, в доцене... Мы так, блядь, ебать будем стоять, нахуй, охуеть. А я сделал скрин, сейчас кину. Мы же не трэш почистить пришли, надо чистануть босса, трайнуть.
Блять, и стан диспылить. Ну, я понял. Может, говорит, не трэш почистить пиши. Пульсуем чистка трэша, блять. Ну хули, трэш-то надо так почистить было, сначала. Ну я имею в виду, мы резать его не будем. Ну чё, косты не сбиваются? Чуть не вкуриваю, блядь. Нет. В натуре не сбиваются. О, тут чертеж. Дайте чертеж. Я бы тоже забрал чертеж. Собаки защитника. Собаки защитника. Там трансмог такой нормальный можно сделать. Да мне продавать какие трансмоги, ты чё? Какой продавать? Ты еще глянь, что в этих рецептах. Из чего они делаются. А, все есть, у меня раз закалённо, надо монтировать, если так есть. А воронка пустоты есть? Не, нет. Нету. 50 тысяч там, не хочешь? Там же не воронка, там же лежит, там же не воронка. Воронки нужны. Спасибо. Нет, там изначально вон написано. Не, изначально это легко. А есть и с воронками рецепты. Я понял, спасибо. Бля, некрасиво, кстати. Хуя ботинки тоже неплохие. Что? А, с воронками же эти. Пухи. За воронок нету. О, запы опять. Запы, о. Кольчуга. Видишь, о, воронка и ремень. Под сундуком воронка валяется. Этим, под КБшкой. И еще, выпало и из ГВ, нет. Походу. Да, валяется тут рядом. Дай тебе крики, пожалуйста, погонять. Блять, а что можно здесь пылить стан нахуй? Как я гроб буду набирать? Пиздец, вы вообще видите там магическую хуйню, не? Паладины и эти, и присты. Блять, поясов насыпало. Ну хоть фласки подкупить будет. То целкашки не всегда падают. Опоясывайся, как раз. Наверное, же пояса... лучше бы воронок насыпало. Да, да. Пояса кожаные? Там тканевые, по-моему. Тканевые, ну по десятке. Тканевые и кольчужный какой-то. Еще один пояс, да ёпта. Кожаный? Кольчужный. Кольчужный. Ну так неинтересно, да, чтобы кожаные были все. Три FPS. Это много. Это гроза. Вон там в чате спрашивает, РС Хрем сегодня второй рейд будет? Будет, конечно, будет. Да, еще сейчас блин. Оформим. Да, да. Да. Эти секунды, ты на только зайду, подождите. Ну. Оно напрямую от ЦЛК зависит от второго. Если второй ЦЛК до лича хотя бы дойдет, можно и вторую рест башить. Слав, сделайте лучше зеленку, чтобы поэтому было у групплота. Потому что раздавать потом, как их, эмблемы тоже, чтобы люди брали. Пускай репутацию качают, доберут бутылки для ЗС-ки, да и прочего. Ну... Слава там... потом и будет раздавать знаки. Но видишь, надо лететь, блять. А где это стоит? В шатрате? В шатрате, да. Как, смотря кто у тебя прокачан. Но они персональные, видишь? Они это, и Элдоры, и... Ну... Да, и нет, тех, у других есть. Ну смотри, так Слава распределит равномерно на всех, а так... Кому-то, блядь, 5 выпадет или 10, нахуй. Кому-то не одной. Кому-то не одной. Ну, да, мне кажется, пока об этом думать смысла нету. Ну, их надо подкопить нормально, чтобы их можно было выдать людям, я не знаю, там, по 20 штук, там, не знаю, чтобы на неделю хватило, допустим, траев. А ну, они на аукционе по 140 голды гораздо выгоднее выходят. Он сейчас выпил фласку, и все. Там дешевле, чем это ЛКшная. Ну, я не знаю. Запустили вороночку. Пока сильно напряга какого-то нету в этом. А что за фласки? Одна войду, одна мне. Был бы там саппорт. На заяц, на око. Такие же, как эти БКшные. Саппорт бы туда добавили, было бы вообще, блядь, цены не было им.
Там он ТП вроде не был. Так, ну мы зачистили. Зачистили. Пресните. Так, ну давай глянем, что у нас там по боссу. Так, где это работает? Нет. Блять, тварь ебаная, релогаться надо. Ну, короче, я так помню, там, короче, вот его бьешь, бьешь, потом то ли минута, то ли сколько проходит, он исчезает, эта курица, и, короче, потом выходит этот, маленьких мобов, короче, 10 там или 12, вот их просто кливаешь, и потом появляются, или она появляется, и два сразу моба с ней появляются. Вот эти два моба, они ее хилят, короче. Они хилят там не по миллионам, а по процентам хп ешнего, вот, и она хилит сразу, ее хилит на 10%. Вот, то есть, если одну хилку каст не сбить, каст сбивается интераптом вроде как. Или, блядь, не сбивается интерап, сука, вот это я не помню. Киком сбивается? Вот если он киком не сбивается, то он либо станами, либо станы, фиры, ну, еще полиморф, вот эти виды контроля. Надо сейчас будет затестить. Но надо это сделать... Можно станы потом распределить. Фишка в том, что если мы проебем... Так, продолжить, да, продолжить. Если мы проебем каст, то мы, ну, мы просто ее будем полгода бить, нахуй. Это все. А так, босс манекен. На берсат есть сколько? Ну, тут вроде как софт, enrage. Сейчас я гляну. Вот фаза первая. Так, стрелы, а что у нее там? Свет. Так, это просто... А, вот знак Солариана. Вот у нее есть такая хуйня. Ну, так а хули толку? Она просто снизит до нуля сопротивление, и все. Она же в минус его не загонит. Или это как-то, работает в минус? Вот, 35. Не знаю, нахуй. Ну, короче, настакивается дебаф, нахуй. Телепортация. Блядь. Опа, фанит. Уже не фанит. Хорош. Верховный звездочет Соларин телепортируется, насмехаясь над противниками, оставляя три столба света. Через некоторое время из столбов света появляются посланники звездочета. Через некоторое время и сама Соларин вместе с двумя жрецами. Вот. Значит, где они, хоть описание есть жрецов? Хилу жрецу сбивать, стопудово он нахуй хилит на 748. Констебл, это ты был? А, вот он есть. На 7 480 000 хилит. На видосе. Ну это получается в процентах, сколько у нее там, 280, да? Ну это... На видосе чё? Это, ну, блядь... в ОБС. Не, это... Я не знаю, сколько это, блядь. По-моему, она в процентах. А ты слышишь, Пукмастер еще там на замене сидит. Ну это... короче, хилит 7,5 миллионов, блядь. Ну прилично. Гиена, блядь, АФКшит. И смотри, еще фишка в чем, немота... Немота на 8 метров радиус и на 2 секунды. Вот и она, если даст эту немоту, вот эти два жреца. То есть да, должна быть подстраховочка какая-то. Но у нас как? И протовар может зарешать эту хуйню волной, в принципе. Что там еще? Эффекты сала вроде как. Так, божественная кара это хуйня. Ну а эти петухи вообще легкие. Притон, шкаф поставь. Божественная кара это вроде из Наруто что-то. Посланники легкие. Ну и самое главное, это вот эта хуйня. Это основная механика босса. Гнев Астроманта. Вот, эту хуйню, у кого вуду, вписывайтесь, дебаф свое и записываем. Гнев и Астроманта с большой буквы. Ставим себе. Короче, диспелить еще страх придется. Ужас. Типа в ужасе разбегаться на 4 секунды будет 5 человек. Да, тремором можно влепить, два шамана в разных планетах. Да-ка, блядь, там только два пати будут спасать. Ёбаная, сука, хуйня. Так. Вторая фаза самая безобидная, можно сказать. Вторая фаза так, типа на добивание. Да, там этот червяк, блять. Кто он нахуй? Сейчас. Червяк. Ну, фир. Да, фир хуйня. 5 противников всего.
молния, вот она там настакивает эту хуйню, вот эта молния, она просто посильнее будет бить по танку. Короче, самое опасное... С молнией выходить надо, да? Самое опасное гнев астроманта. Гнев тоже тебя вверх подкидывает, да? Да, розовые, да, розовые такие будут анимации, молнии такой розовый. Вот там никого не было. Там должен... покидается начальника. И много... Начальника... Все в одной точке стоят? Да, за 6 секунд надо убежать. Вот, грубо говоря, где босс стоит, синий кружок, да? Вот мы там и на нем и стоим, чтобы было просто, нахуй. Никуда ни метки никакие не ставить. Вот вам на полу все нарисовано. Выходишь, если вот люди в синем кружке, то ты выходишь, грубо говоря, на вот эту, на серую зону. Примерно до середины ее будет достаточно. Ну, мы выходили за вот этот красный круг. Ну, да похуй, серый, как? Выходили. Ну, типа, я не помню. Главное вынести. Главное выйти. Этот... Трэш, это хуйня. Короче, смотри. Значит, проверяем всю хуйню. Это вообще, этот самый, значит, Invisible. Смотри, мне нужен ассист, короче. Это кто у нас будет? Так, кто сможет метку быстро поставить на моба? Один, короче, будет с меткой. Один без метки. Так, кто у нас там в танках? Лингрен. Так, вот в ретрика тебя или оставить в танке, хуй знает. Ты так, два танка. Куда третьего-то еще пихать собрался? Мне тогда в сову, наверное, спекнуться. Ну там их покидает пьянин, нахуй, этот... С гневом астроманта выбегаем. Да. Ну да нет, блядь, Долоран телепортируемся, там нормально. Весь Долоран взлетает в космос, нахуй, а потом падает и разбивается. Ну конечно, выбегаем. Вот гнев... А при телепортации кого бьем, он двух адов. Блять, там все увидите. Сначала появятся три столба света. Я ж читал, блять. Появятся три столба света. В них выходят мобы. Маленькие послушники мобы, они нихуя не делают. Их просто клеивают, напуливают и клеивают, блять. Потом, когда мы их добиваем, появляется босс и два жреца, блять. Короче, вы вдвоем танчите. На Вилаше босс. Сейчас спекнусь в сову. Поставлю себе макрос на звездочку. 24 тела. Никого нету. Я все тут. Надфокс без проходки. Берите вара, у нас нет мили крита. Нету крика на хп. Ну, генбана, я так понимаю, тоже нету. Крита что-то вообще в говне, пиздец. Ну, хули, потому что, блядь, медведь спекнулся. Значит, тебе может ретрика тогда спекнуться. Ну, давай. А у Зози есть проходка? Без понятия. Зози. Вроде нет. Нормально. У Катриси есть? У Катриси, кстати. У Катриси есть, по идее. Ага, Вареска сидит, блин. Я понял. А жрать буду? И пить? Бля, и того там, из двух жрецов там, кого бьем, надо этот, корневать его. Продекс, поставь на транспорт. Шел фирмы нормально в пати, типа, распределены? Он сказал, ну, уходит. У вас пати немножко дерьма. Есть интек вообще? Да, ассист ушел в фиру, пусть поправит. Так, сдай порт. Рад. Спасибо. Сейчас засуммоните. Там Гламурчин надо в первую пати. Гламурчин, о, пиздец, там сила уже. Так-то удобная хуйня. Не знаю, успею я, нет. Не знаю, когда они кастуют. Чё, сука, нету 25-го человека, блядь? Сейчас в льду пойдём, нахуй. Потом на замену будут писать. У него проходка есть у Гиены вообще? Он был тут? Ну, ЗС, так понял, ЗС может попасть, а в этот Вока нет. Заханыч ушел, да? Хули я могу сказать, нахуй?
Бьем так, вот и все. У консилятора тоже нет проходки? Это, значит... Это, кто может там ставить метки быстренько? На моба надо будет прям поставить. Быстро-быстро? Но... Ну да, тыкнуть и поставить. Макрос там надо или это. У кого там на панели кнопки есть? Ой, бля, ладно, в пизду, хуй дождешься нахуй, похуй. Короче, смотри, Invisible, берешь одного моба, тутилар другого моба. Значит, делайте так, когда видите каст исцеления, констебль тоже одного моба, притон другого. Вот, вот вам ассисты, блядь. Один из вас ставит звезду, договаривайтесь, кто это будет. Один нихуя не ставит. Значит, есть моб со звездой, есть без звезды. Вот, с меткой, без метки. Все, можете что хотите ставить. Значит, как, что вы будете делать? Локи на рейнже от этих мобов стоят, потому что 8 метров фира не дают. Ой, не моту. Это ДКшники. Короче, смотрите, если начинается этот самый каст, даете сало и, короче, наготове держите этот сбив этой, как он называется, заморозку разума, блядь. И роги тоже распределитесь. Тоже какой там, давай. Сиджу криптоэвил. Вот. Один со звездой, один без звезды. Шалфиру, дайте каст. Задача, короче, сбить каст и посмотреть. Ну, если вдруг, ну, станов. Чтобы один звезду из вас поставил. Чтобы сбить каст, короче, если каст. Нет такого макроса. Ну, блять, делай. А у нее же с трэшем хп же, да, получается? Трэш убиваем, хп уменьшается. Также кинем его куда-нибудь в флудилку. Да вроде нет. Как нет? Ну, наверное, вот так. Не бывает такого. Это какая-то определенная метка, да? Так, тут у меня по 20, пока на вот водикон. Это прикинь, пришел, короче, такой, знаешь, на разборку. С одним типом бьешься, короче, наебашил его нахуй. Другой смотришь, упал. Не, есть же такие боссы. Короче, кому надо, берите сапрот. А кому не надо, там под какой сейчас есть флаской, под такой будьте. Вот водикону 20 сапротов дал. Или здесь не было таких? Сейчас посмотрим сначала. Нет, здесь вроде не было таких. В классике есть, да? В классике. Короче, Виланша, я буду босса... Кираж, есть же босс такой? Я буду босса Смотри. Держать. Да, а этот, кто он? Ты, короче, когда выходит моб, давай так. Ты, короче, берешь на себя одного, ну, любого, какого хочешь моба. А я беру второго. Вот, и мы держим с тобой. Ну, ты тоже, если что, на подстраховке там посмотри, заморозку попробуй юзать. Если, короче, будет такое, что ни у кого стана, фера от локов нету, и кик не сработает, ну, мы должны понять просто, если у них иммунитет к кикам, то есть к зуботычине, пинку, то тогда только станы, феры и полиморф работают. То есть вот эта вся хуйня. Все, давайте попробуем. А рыба будет? Да мы же пробуем, зачем нам рыба? А, была уже вроде. Пробуем. Не было. Я по бафам смотрю, рейдовым. А, ты просто, видимо, умирал. О, поставили рыбку. Нет, так там рыба была у 5 человек. А-а-а. Баф. Ну там чё, хоть масло выпейте для приличия. Пожрите. А это фласки были? Да зачем вам фласки? Водикона, сапроты. Сапроты берите. Понял? Не, сапрот у меня есть. Так, что-то у меня нихуя, хп 86. А, это гнездо прибавилось в плечах. Прикиньте, захожу, короче, прибавилось гнездо, и там сразу камень ограненный стоит, и даже полированный. Такое вообще может быть? На юге. Да-да-да. Это ты, наверное, перекурил чуть-чуть. И забыл, что вставил, да? Ладно, да я сейчас посмотрим, что тут будет. 4, 3, 2, 1. Так, пока что FPS 2. Не помогло. Готовимся, скоро будет гнев астроманта, на кого-то кинется. Призон. Призон, выбегай. Ну, нормально.
самая движуха, конечно, со жрецами. Просто под босса ставить кливать. Провис. Черепок ставится, это уже заебись. Че, 2 минуты какая-то хуйня? Shadow Knight вышел. Это дебаф. Порталы. Вот сейчас будет. Уменьшается сопротивление. Сопротивление тайной магии. Магии, да. Встаньте в кучку в синюю, или что вы там бегаете? Вот эту хуйню. Встаньте в точку, чтобы эта хуйня, ну, не приходилось, блядь, шевелиться. Вот это просто уешим. Сейчас они умрут, и появится босс, 2 жреца. Вот, они уже появились, нахуй, прикинь. Крестик не бить. О, хил надо было сбить. Их бить надо. Инвизибл выбегай. Я лагаю, что пизда просто. Мобов заливайте, я тебе меня убьют? Пиздец, я там, наверное, нихуя не танчу, нахуй. Вышел Шадон. Да я хуею, почему такие лаги-то? Я рот ебал такую игру, нахуй. Знаешь почему? Это у всех так. Потому что у всех, блядь, ДБМ ставит, нахуй, метку. Да. Край, да. Алфир. Сейчас уберем, блядь. Бля, на них надо крылья оставлять. Да. У всех просто ДБМ взбесился. Блядь, ДБМ нахуй. Ну, жрецы вышли. Блин, брат. Вот станы мобам даются, я вот дал стан. Заливайте их. Мобов этих. В первую очередь весь, да, весь рейд через мобов играет. И со вниманием к кастам. Тутилар выходи. Каст, ну, не давайте докастовать. Кик дается, да? Отхилили, блять, ГЦ нахуй. Нет, убежал. А че трэш убежал? Его страх кинули. Обычным киком. А чего Геру цепь. Давайте, блядь. Да, смысл Геру кто, давать? Тут она... Геры можно. Тут бой долгий, блядь, у вас тут две Геры будет. Две Геры будет. Кик дается на эту хуйню, не? Нет, вроде. Только стан. Ну все, смотрите. Притяжка сбивает. А ты станы назначать. То первый, то второй. Станы, полиморфы работают. Фиры без диминишинга есть. Или с диминишингом. Локи. Фиры с диминишингом. Ну и все, по КД фиря. Нихуя. Да, Шэдоу. Шэдоу, молодец. А, нормально. Не слышал. Хорош. Как дела? Один хп остался. Шэдоу, ты в Дисе, блядь? Бич, блядь. Сказали, блядь. Ебал такую хуйню нахуй. Не, ну если... Ладно, снимай диван. Диван. Снимай. Да, диван на вой. Знаете, мне кажется, мы это... Быстрее рисы. Тут как бы, понимаешь, что Гера нету, но тут уже у нас было 6 стаков. Вот это. И чё, блять? И причём тут говорю, стаки? С пула сдаём Геру, и она ещё откадышится. Дело в том, что у нас в какой-то момент, мне кажется, просто потайная магия. Такую урон пройдешь, мы туда не захилимся. Дело в том, что вчера босс... Вчера заходил, сказал, 18 минут они его били. Ну. Босс очень просто... Да ёбаный, нахуй. Молодец. Пулил, ну вы что, прикалываетесь, блядь? Пиздец, бля, я хуею. Там дверь открыта, да? Что? Не, я ебал такого босса, нахуй. Вот там замена есть. Ну... Букмастер. Чего, правда, без... А чё тебе? Все нормально. Метку выносить? Шадо, ты хули метку не вынес? Или чё у тебя там, блядь?
Цвейдился, нет? Не. Выходите. Там, потому что внутри. Потому что внутри. Нихуя себе. Батя, там, мне кажется, не выйдет. Он как робот. Идет. О, а можно ее сюда заводить, короче. Mm-hmm. И никто подлетать не будет. Ой, то есть разбиваться никто не будет. А это тактика. Это богоюз, но это как бы хорошо. Ну, кстати, в проходе ее поставить. Хотя нет, там если она заэвэйдится просто... Ну, потолок так-то высокий, вы будете... Она, видимо, на смене как раз-таки на фазу трэша будет уходить. Эти роги не будут разбиваться. Да, трэш будет это на центре. Ну и все, пока он там будет бежать до нас, мы ее зальем, да и все. Там слот есть, только там чел без ЕП, без КП, без всего. У нас освоение. Кот, эрдру, медведь. Главное, чтобы проходка была. Я даже знаю, откуда это. Откуда этот эрдру. Это за Сибири. Квартира, что ли? Агенты. Опа, агент, блядь. Агент, блядь. Чего выскикнет? Ты про квартиру, да, говоришь? Да. Ну, я говорю, знакомый ник, может, что-то я где-то уже видел его. Может, вам коллектив не понравился. Это легендарный ник, блядь. Какой слот дать, если у нас и так слот есть?